Здравствуйте, мы приветствуем всех на телеканале «Беларусь-4». Это программа «Добрый вечер, Гомель». На календаре 12 января, пятница. Ну а наш эфир продолжает марафон добрых вечеров, приуроченных 80-летию Гомельской области. Ваши аплодисменты. Друзья, сегодняшний вечер открыли замечательные артисты. Валентина Крюкова, финалистка Республиканского профсоюзного конкурса творчества трудовых коллективов «Новые имена Беларуси-2017». И участники заслуженного любительского коллектива Республики Беларусь ансамбля «Скорынышко». Ваши аплодисменты. Ну а в гостях у нас сегодня Гомельский район. Ну а я с огромным удовольствием спешу пригласить моего гостя, заместителя председателя Гомельского районного исполнительного комитета Игоря Леонидовича Полуяна. Здравствуйте. Рад вас видеть. Добрый день. С праздником, с 80-летием Гомельской области. Присаживайтесь. У нас с вами будет о чем поговорить в эти замечательные праздничные дни. Вот хотелось бы начать с такого вопроса. Наверное, он обобщенный, но все-таки. Что сегодня представляет собой Гомельский район и насколько велики его границы сегодня? Ну, если для простого обывателя было понятно,
Все, что Гомельский район, это уникальный район, он, правда, не имеет своего областного центра, но расположен возле, вокруг города Гомеля. Граничит с Республикой Украины, два района, Городянский и Репинский, и также пять районов Гомельской области окружают наш район. Это 2000 квадратных километров площадь нашего района. Ну, уже за эту цифру, наверное, он достоин аплодисментов. Вы знаете, вот вы упомянули про уникальность. Вот каждый район по-своему уникальный. На ваш взгляд, вот в чем особенность именно Гомельского района? Что в нем есть такого, чего нету больше ни у кого? Вот на ваш взгляд. Ну, понимаете, уникальность каждого района заключается в том, что есть люди, которые для своего района делают такие великие дела, которые... Это ощущает не только район, но и вся область, республика своим трудом, своим умением, своими талантами. И я думаю, район сегодня будет достойно представлен на этой передаче. Угу. Мы этих людей сегодня увидим, и они расскажут, что они умеют. Но без этой слаженной команды всего района, я думаю, чтобы успехов не было. Поэтому безусловно, это команда. Я согласен, что люди – это главная ценность любого региона, любой страны, любого района. Вот чем сегодня, вот если брать детально, чем сегодня может гордиться Гомельский район? Может быть, в какой-то определенной сфере деятельности, в промышленности, в производстве, в культуре, в спорте, в социальной сфере? Вот вы перечислили все сферы, которые достойны уважения и заслуживают внимания. Но могу подчеркнуть, что в Гомельском районе славен четырьмя героями Советского Союза. Наверное, не такого огромного количества, как 18 героев соцтруда, наверное, нету тоже ни в одном районе. Это те заслуги нашего района, наших людей, которые трудились на благо. Я могу вам назвать такие имена, как Кобрусев Аркадий Тарасович, который возглавляет комбинат КСУ «Брилёва». Открытое акционерное общество «Знамя Родина» Рубан Михаил Александрович. Есть великолепный ветеран, который жив, перешагнул, ветеран Великой Отечественной войны, который перешагнул рубеж 90-летия. И он в строю. Это у нас Рычков Михаил Дмитриевич. И ряд других людей, которые, ну, просто мы гордимся ими. У нас... Мы увидим также на передаче замечательного педагога. До нашей сегодняшней встречи зашел на сайт Гомельского района. Животноводство, птицеводство, выращивание картофеля, овощей, фруктов, предприятие строительных материалов, пищевой, топливной промышленности. Все ли я перечислил? Или у меня достаточно поверхностная информация? Ну, я думаю, что фактически вы все перечислили, но вы забыли, еще у нас есть два лесхоза. Это экспериментальная база Кореневское лесничество и Гомельский лесхоз, который тоже вносит значительный вклад в развитие экономики нашего района. Пообщавшись до программы с представителями различных отраслей, я пришел к выводу, что есть на территории Гомельского района некоторые отрасли, которые, ну, без ложной скромности, можно сказать, занимают лидирующие позиции. Так ли это на самом деле, и какие из предприятий достойны вот именно такой отметки? Я уже, как говорил ранее, есть такие предприятия у нас, да, в Гомельском районе. Это комбинат «Восток», его продукцию можно увидеть здесь у нас на стенде, который расположен в этой студии. Каждая хозяйка не обходится без знаменитого брилевского горошика, когда готовит к новогоднему столу свой салат оливье. То есть этой продукции фабрика «Рассвет», которая тоже знаменита не только, я говорю, в Гомельском районе, в городе Гомеле, в области, но и в Республике Беларусь. И отрадно видеть, когда приезжаешь даже в столицу нашей республики, видеть на прилавках наших производителей. Этот товар пользуется огромной популярностью. И могу также еще подчеркнуть, что продукция наших предприятий не только известна в Белоруссии, в России, в Украине, но известна еще в пяти странах дальнего зарубежья. Это Италия, Франция, Голландия, Великобритания. То есть эту продукцию можно увидеть от картофеля
будем говорить так, до грибов, которые производит комбинат «Восток». Вы хотите сказать, это все то, что производится именно на территории Гомельского района? Да. Хорошо, может быть, вам известен секрет, в чем же секрет этого успеха? Там, в новых производственных линиях, в людях, в упаковке. Как так получилось? В чем секрет? Секрет, во-первых, это все-таки в трудолюбии и развитии новых технологий. Но любой товар, конечно, и красочен своей упаковкой, поэтому устанавливаются новые линии, новое оборудование, которое позволяет в современных условиях конкурировать как на внутреннем, так и на внешнем рынке. А это заслуживает, друзья, ваших аплодисментов. Ну а я хочу сказать, что, безусловно, главное богатство любого региона – это, конечно же, как уже сегодня было отмечено, это люди. Гомельский район тому подтверждение. И далее в программе познакомимся с жителями Гомельского района. Чуть поближе, не переключайтесь, через мгновение мы с вами вернемся в эту студию. Друзья, этим добрым вечером мы продолжаем марафон, посвященный 80-летию Гомельской области. У нас сегодня в гостях Гомельский район. Ну а я с огромным удовольствием под ваши бурные аплодисменты хочу пригласить почетного гражданина Гомельского района, учителя немецкого языка Государственного учреждения образования Брилевская средняя школа Раису Васильевну Щербин. Здравствуйте. Проходите, рада вас видеть. Присаживайтесь. Раиса Васильевна, познакомился с вашей биографией. Жизнь и профессиональная деятельность в течение 50 лет неразрывно связана с судьбой Гомельского района. Откройте тайну. Район вас выбрал или все-таки вы его выбрали полвека назад? Как это произошло? В 1966 году, после окончания Мозырского пединститута, студентам или выпускникам-отличникам было предоставлено право выбора районов Гомельской области. И так я выбрала Гомельский район, приехала на работу, и меня выбрала Рудня-Моремоновская 8-летняя школа, самая далекая в районе тогда школа, где я и проработала в течение 7 лет с должностью учителя, заместителя директора и директора этой школы. Ну, смотрите, ну, вероятно, поступали предложения за ваши заслуги, за те награды, которые у вас имеются. Видимо, были предложения перейти, может быть, на областной уровень, а там и на республиканские. Ну, естественно, трудовая лесенка складывалась. После Рудня-Моремоновской 8-летней школы с должности директора я была назначена в отдел образования методистом, где проработала 2 года. И вскоре меня избрали заместителем председателя Гомельского райисполкома, где в течение 11 лет я курировала всю социальную сферу. Почему отказались на республиканский уровень, отдав предпочтение именно своему родному Гомельскому району? Я уже влюбилась в этот район, в его людей, в то дело, которым я занималась и которым я начала руководить. Если сравнивать, например, образование и людей, и школы, которые были 50 лет назад, и, например, сегодня? Я с теплотой вспоминаю те годы, которые я провела и проработала в Рудне-Моремоновской 8-летней школе, хотя было непросто. Это приспособленное здание с печным отоплением, с приносной водой из колодца. Но, тем не менее, маленький дружный коллектив педагогов, в основном молодых, успешно занимался решением основной задачи – это учить детей. Естественно, не сравнить было с сегодняшними нашими учебными заведениями, потому что практически никакой материальной базы в то время в таких маленьких 8-летних школах не было. Все это строилось на энтузиазме и трудолюбии педагогов. День сегодняшний,
Насколько все это шагнуло вперед? Как вы оцениваете? Никакого сравнения, конечно, нет. В частности, наша Брылевская школа – это суперсовременное учебное заведение с полным оснащением самой передовой техникой, компьютерами, интернетом. И есть все возможности для того, чтобы очень качественно обучать и воспитывать подрастающее поколение. Вот признайтесь честно, сами интернет уже освоили? Осваиваю. То есть можно назвать вас активным профессиональным пользователем? Естественно. Учитель сегодня не может без этого. Друзья, ваши аплодисменты. Как я уже упомянул, но хочу еще раз акцентировать на этом внимание, вы являетесь обладателем титула почетного гражданина Гомельского района. Игорь Леонидович, а ведь далеко не каждому дается это звание. Что нужно сделать, совершить такое, чтобы его заслужить? Ну, правильно было сказано здесь, что нужно любить первое – это свою работу. И отдав столько лет своему любимому делу, не предать свой район – это стоит дорогого. И я преклоняюсь перед такими людьми, и выбор просто пал. Безропотно был человек этот внесен, и Щербин Раиса Васильевна была удостоена в декабре месяце этого почетного звания. Поэтому я еще раз преклоняюсь перед ней, потому что это нужно заслужить, а любить свою работу, как она, и воспитывать то подрастающее поколение, и достигать тех результатов на республиканском уровне. Ее ученики занимают первые места в республике по иностранному языку немецкому. Поэтому люблю, уважаю вас, Раиса Васильевна, и больше сказать даже нечего. Раиса Васильевна, у меня еще к вам вопрос. Образование – это, безусловно, важно, нужно любым поколениям в любое время. Но согласитесь, что еще немалую и крайне важную роль играет то, чем ученики занимаются, скажем так, во внеклассное время. На ваш взгляд, что за 50 лет появилось и чего, например, на сегодняшний день современному ученику, учащемуся школы, не хватает за рамками? Безусловно, если сравнивать предыдущие годы, когда очень слабенькая материальная база, с помощью которой можно было организовать дополнительные занятия, занятия по интересам, различные клубы. Безусловно, сегодня это райская жизнь для педагогов, потому что они имеют любые возможности для того, чтобы качественно, интересно занять досуг и свободное время своих учащихся. Это и различные экскурсии в областной центр. Это и посещение не только областного центра, но и экскурсии в нашу столицу. И целый ряд других мероприятий, которые проводятся в стенах самой школы. То есть стены и двери школы открыты круглую неделю. Насколько налажена у вас работа с коллегами из других районов, из других областей, возможно, стран? Такой тесной связи с коллегами из других районов. Ну, я просто уверен, что перенимать ваш опыт приезжают, особенно, наверное, безусловно, молодые педагоги. Мы очень много проводим семинарских занятий, мастер-класс проводим для педагогов, которые приезжают на переподготовку в наш областной институт развития и образования. И наша школа является опорной школой данного учебного заведения. Эти аплодисменты вам. Друзья, то, что сегодня у нас представлено в студии, я считаю явлением достаточно уникальным. В одной из школ создан необычный музей, музей ароматов. И признаюсь честно, что о его существовании я узнал, готовясь к этой встрече, к этому эфиру. А вот что это такое, что за экспонаты в нем представлены и что представляет из себя музей ароматов, расскажут мои гости. Руководитель музея ароматов Елена Васильевна Боровикова и учащийся государственного учреждения образования Грабовская средняя школа детский сад Евгения Суконькова. Давайте их встречать бурными аплодисментами. Здравствуйте, проходите, присаживайтесь. Так что же такое музей ароматов? Рассказывайте все подробно.
Это музей натуроведческий, в нем собраны растения, которые являются пряно-ароматическими. Три экспозиции – это те растения, которые можно собрать в окрестностях Грабовки, то, что можно своими руками вырастить в саду и огороде, ну и, конечно, чужестранная флора, без которой наши кулинарии уже немыслимы. Очень много информации в одном предложении, но все-таки, как возникла идея? Наша школа много уделяет внимания экологическому воспитанию, является опорной в Гомельском районе, ну и поэтому плодотворная работа, результат этой работы – это создание этого музея. Угу. Вообще-то идея принадлежит, конечно, учащимся. Жень, ну рассказывайте, раз уж, если я правильно понимаю, вы и экскурсовод в этом музее, и знаете про каждый экспонат все и даже чуть больше. Начнем с такого вопроса, сколько экспонатов, вот мы уже выяснили, что три экспозиции представлены в музее. Сколько по количеству экспонатов? 100, 200, 300, 1000, 2? У нас находится 36 видов, но это не считается чужестранными. То есть, То есть иностранные экспонаты тоже имеют право занять место в вашем музее? Да, они у нас есть, но мы их и так еще не считали, но своих, которые произрастают в нашей местности и которые произрастают в Беларуси вообще в целом, их 36. Это только видов, а не сортов. Допустим, базилик у нас 9 сортов, бархатцы, розы, так. Ну, смотрите, вот те экспонаты, которые сегодня представлены у нас в студии, если бы вот я, непросвещенный человек, увидел это все, я бы подумал, что это хороший, красивый, качественный хендмейд. Что же это на самом деле? Давайте расскажем и нам, и нашим зрителям. Ну, это такие ароматические сувениры, которые дети делают своими руками. Вот смотрите, актуально еще в данный сезон, данный период, новогодняя елка. Если детально ее рассмотреть, попрошу наших операторов показать ее крупнее. Это не зеленые иголки, а лавровый лист. Да, ее мы делали на конкурс, который у нас уже проходит третий год. Конкурс называется «Рождественская поделка». И дети сами придумывают, сами находят материалы, сами это все делают и нам приносят. Мы оставляем это все в музее, это хранится очень долго. Это все прекрасно и замечательно, но я смотрю, здесь у вас представлены и цитрусовые, и какие-то аромаподушечки. Давайте расскажем и объясним, как это работает, что там внутри, из чего это сделано и для каких целей. Ну, аромаподушечки называются саше. Туда мы кладем разные травы, которые мяту, ну, которые выбирают сами дети. И их, если правильно как-то сложить, подобрать самые ингредиенты, можно класть в суп. Можно класть его в шкафы, чтобы ароматизировался шкаф. Можно в комнату, в помещение. То есть таких подушечек очень много, и они сами по себе не используются для разного. То есть для сна, для успокоения. Такое. Куда нужно поехать, чтобы посетить этот музей? Конечно. Государственное учреждение образования, Грабовский детский сад, средняя школа. Да. Но я еще хотела бы добавить, что сувенирная продукция – это направление, которое уже родилось, когда мы создали этот музей. К нам приезжает много гостей, ну и нам, конечно, приятно что-то оставить на память. Мы решили сделать саше, сувениры маленькие, мы с удовольствием принимаем гостей. У нас и министр образования Игорь Васильевич Карпенко посещал, и лауреат государственной премии поэт Михаил Башлаков был, и Игорь Леонидович был нашим гостем, поэтому мы вас всех приглашаем. Приезжайте непосредственно в школу, мы проведем для вас интересные экскурсии, познакомим со всеми экспонатами. Очень хорошо, обязательно, вот обещаю, что выберем время и приедем к вам в гости в музей. Но раз уж музей приехал к нам, и открою небольшую тайну, это первый выезд в музей за пределы своих стен. Нет. Нет. Было 90 лет Гомельскому району, и мы свой музей целиком представляли на выставке. Был интерес к нашему музею возрос. Нам оставили много адресов, телефонов. Все после этого хотели посетить. Просто иногда посетители сами заходили в школу, посещали наш музей. У нас есть такая книга отзывов. Мы очень гордимся. Там много известных людей. Мы собираем о себе газетные вырезки. Очень тесно сотрудничаем с нашей районной газетой «Маяк». Спасибо, они не забывают. Они всегда приезжают к нам. А какими должны быть экспонаты, чтобы получить право занять почетное место в экспозиции музея? Ручная работа. В первую очередь ручная работа. И личное творчество.
Хорошо, ну а наполнение? Каких трав, скажем так, каких арома-штук в вашем музее до сих пор еще не хватает? Ну вот я не знаю, у нас есть такая витрина, вот куда-нибудь приезжают из другой страны, они нам что-нибудь дарят. Свечи ароматные, или травы какие-то экзотические, или масло интересное. Ну, может быть, мы собрали не всю коллекцию чужестранных растений, потому что, оказывается, их очень много, и есть такие виды, которые у нас в кулинарии просто не используются. Поэтому, возможно, из дальних стран и возвратясь, наша витрина пополнится, может быть, к нам кто-нибудь подарит интересные праноароматические растения. И еще такой вопрос. Кроме того, что можно прийти в ваш музей, посмотреть это все и, скажем так, узнать аромат того или иного экспоната, вы проводите еще чаепития, посиделки. Используются те же материалы, которые представлены в витринах, или все-таки экспонаты? Экспонаты, а для чая вы завариваете? Нет, экспонаты отдельно, а все остальное мы собираем. Очень много работаем, выращиваем и собираем целое лето. Сколько лет вашему музею? С 2012 года, ну, уже шестой год пойдет. Пробовали выяснить, вы единственные или какие-то коллеги по этому направлению у вас уже имеется? Вы знаете, у нас появились конкуренты. Мы как-то по телевидению, совет музея, девчата пришли, говорят, посмотрите, у нас конкурент есть в Гродно. Они утверждают, что они первые, и они открылись только вот в 2017 году. Ну, мы как-то, наверное, с ними надо или посотрудничать, сказать, что все-таки мы первые. А мы в 2012 году открылись, мы раньше. В любом случае, эти аплодисменты вам за то, что в Гомельском районе вы первые, и что-то мне подсказывает, что и в стране вы тоже будете первыми. Музей ароматов сегодня у нас в гостях, друзья, давайте им еще раз поаплодируем. Раиса Васильевна, в каждой или школе есть какой-то музей? Нашему счастью, я считаю, что очень многие школы нашего района имеют уже свои музеи. У одних это более такой уже солидный, у других это начало большой работы. Но этой работой занимаются постоянно, и каждая школа стремится накапливать такой материал. Кроме музея ароматов, система образования Гомельского района, какими музеями еще может гордиться? Какие музеи уникальные есть у нас? Есть музей на сегодняшний день, музей о тружениках нашего района, музей Великой Отечественной войны. Буквально в прошлом году районом мы открыли великолепный музей на базе музея Поколюбич. Там предоставлены великолепные экспонаты. Выставляются и приглашаются со всего нашего района люди, которые коллекционируют какие-то вещи, какие-то старинные, какие-то хобби у людей есть. И вот они это все предоставляют, и это все можно посмотреть. Ну, а учебное заведение, правильно было подмечено, у каждого своя есть изюминка. Это может быть, как мы сегодня познакомились с музеем ароматов, это есть и музей Великой Отечественной войны, и экспонаты, и есть также история данного района, деревни, там, где это все происходит. Есть музей и обрядов, который тоже популяризируется, возрождается. Такой вот, как Сула у нас есть. Это великолепный. Ну, праздник. А обряд Сулы вообще считаю, что это уникальность региона, который сегодня у нас представлен, нашей местности, где мы живем. Поэтому давайте поаплодируем тому наследию, которое у нас имеется. А вы знаете, есть еще один музей, Русский музей, виртуальный филиал. Я с огромным удовольствием хочу представить его руководителя информационно-образовательного центра Ирину Морозову. Она сегодня тоже у нас в студии. Давайте ей поаплодируем. Ирина, здравствуйте. Да, добрый вечер. Вы знаете, хотелось назвать это виртуальный музей, но понял, что лучше, чем вы, никто этот проект не представит. Да. Рассказывайте подробно, потому что, если я правильно понимаю, объединяет он не только Европу, объединяет он всю планету Земля? Да, конечно. Дело в том, что это, во-первых, информационно-образовательный центр, Русский музей, виртуальный филиал. 8 лет назад, впервые в нашей стране, я замечу, то есть не в районе,
регионе, ни в области, ни в республике. Нам, можно сказать, поверили в нас и открыли на базе учреждения образования очень большой проект, который в настоящее время насчитывает, по сути дела, 203 центра зарубежья, 42, в том числе есть в Антарктиде. То есть, позиционируя Гомельский район... Простите, в Антарктиде? В Антарктиде, на станции, там есть непосредственно этот проект. И мы наравне абсолютно с Чили, с Италией, с Испанией представляем себя, представляем проекты и транслируем все то, что нам было доверено. Потому что в современном мире, ну, можно сказать, получать счастье, не давав его никому, это невозможно. Мы через виртуальные возможности, через виртуальную реальность, которая, конечно, никогда не может быть основной, пытаемся привлечь взрослых, привлечь детей. Совершенно абсолютно разные проекты. Вот на базе всего того, что у нас есть, медиатека у нас огромная. Мы пытаемся не показывать виртуально, потому что ребенка повернуть лицом от селфи демонстрации картины, которая сейчас это проблема абсолютно для всех, мы пытаемся повернуть лицом, собирая всевозможные встречи, проводя всевозможные проекты. Дело в том, что вот для молодых специалистов у нас уникальный проект арт-фестиваль «Смотрите, кто пришел». Вроде бы искусство, но транслируется таким образом. Мы позиционируем их, себя и в том числе абсолютно все искусство. Для ветеранов труда у нас очень интересный проект. Приглашаю абсолютно всех. Это «Да, мы», вне «Да, ты». Когда еще, кроме того, что мы занимаемся искусством и показываем искусство и растения, цветы в искусстве, в том числе в садоводчестве, мы пытаемся еще провести впервые тоже в республике ярмарку обмена посадочным материалом. Вроде бы искусство, виртуальное пространство. То есть виртуальный обмен посадочным материалом? Виртуальный, ну как может быть посадочный? Из виртуальности мы всегда переходим в реальность. Никакие виртуальные технологии не затмят, в общем, все то, что нужно людям. А людям нужно общение, людям нужно, в общем, красоту, которую они видят только виртуально, потому что у нас уже порядка 70 человек были на экскурсии в Санкт-Петербурге. Мы показываем это детям, показываем абсолютно это всем. И все свои работы, потому что у нас проектов очень-очень много, нас знают в зарубежье и знают, в общем, конечно, может быть, пишут Гомель, это не совсем правильно, пишут Беларусь, потому что мы единственные, но мы, они все знают, что мы из Гомельского района. Ну, вот смотрите, да. И почетно, и волнительно, и отрадно, и гордость берет за то, что проект доверили именно вашему учреждению, именно вам, не где-то в столице, а именно в Гомельском районе. Нам доверили, потому что нами конкурировал Национальный художественный музей Республики Беларусь. И дело в том, что в силу каких-то рядов обстоятельств, понимаете, нужно верить в чудо. И независимо от того, где мы живем, мы можем показывать себя, мы можем транслировать. Мы получили гран-при в конкурсе большом международном, вручал посол Италии в России. И он говорил, это Белоруссия, это белорусы. Транслирование своей работы происходит в рамках международных культурных форумов, которые проходят раз в году. И 3 года подряд по приглашению правительства Российской Федерации я всегда говорю и выступаю там на этих форумах. И мы говорим о том, что мы делаем. И ряд проектов – это наши собственно авторские проекты. Поэтому я горда, что я здесь живу. Я горда, что здесь транслирую это все. Я горда, что я живу в этом действительно удивительном районе. Понимаете, хотя иногда мы говорим, мы просто Беларусь, понимаете, но мы это здесь. Поэтому я всех приглашаю. Виртуальный филиал, конечно, виртуальный филиал, но с огромной медиатекой. У нас возможности сумасшедшие, ну, извините за слово, но это так. Потому что в настоящее время налаживается канал видеоконференц-связи, транслирование лекций из Русского музея академиками искусств. И это будет у нас на базе. Это впервые вообще в нашей стране. Вы сказали авторские проекты. Да, конечно. Я не стану сейчас спрашивать, что же вам предлагает к просмотру Антарктида, Чили или какие-то другие страны, континенты, планеты Земля. Что предлагает, чем удивляете своих виртуальных коллег вы? Да, вот Чили и все остальные, они участвуют в том числе в наших проектах. Они равноправные, равноценные участники. 2 года назад была создана удивительная электронная книжка под названием «Сказки странствий», где дети стран иллюстрировали свои народные сказки. Мы явились авторами этого проекта, мы явились создателями технологического оснащения этой электронной книги, которая сейчас в Евросоюзе транслируется полностью от начала до конца. Ну, конечно, авторство уже ушло. Наверное, мы не гонимся за этим всем. Но, тем не менее, они знают нас, они знают меня, они знают наш центр, они знают Гомель. Поэтому вот по приглашению, потому что это очень почетно, выступать в больших просторах вот этого Михайловского замка и говорить о том, что мы делаем у себя. Поэтому я рада, что я живу в Гомельском районе. Эти аплодисменты вам.
И вы знаете, например, лично мне отрадно, что когда-то, если не ошибаюсь, 12 лет назад мы впервые к вам приехали, когда только и видеотека, и весь этот проект зарождался. Это, потому что мы с вами встречались, Александр, когда наш мальчик стал победителем международного конкурса. Александр Валенюк. Он победил в конкурсе по флеш-технологиям, которая тогда никогда не была в школе, а он самостоятельно. И мы встречались и признали, понимаете, не имеет значения, еще раз повторюсь, где мы живем. Главное то, что мы делаем, то, что мы любим. И то, что мы транслируем. Поэтому спасибо. Эти аплодисменты вам. По-моему, замечательный проект, к которому стоит присмотреться, обратить на него внимание и просто ради интереса посетить эти виртуальные пространства и узнать, что же там интересного происходит. А посмотреть действительно есть на что. Игорь Леонидович, вот вы знаете, сейчас нередко можно услышать о том, что молодежь нужно задерживать и в агрогородках, и в сельской местности, потому что поголовно все уезжают куда-то в большие города и страны. Так ли это? И если да, то какая же работа ведется в этом направлении в Гомельском районе? Охотно ли молодежь приезжает и остается? Я считаю, что как раз в Гомельском районе с этим проблем нету. Молодежь старается вернуться именно в наш район к себе назад. Я когда-то сам мечтал, будучи закончив школу, вернуться в свою же школу по той профессии, которую я тогда выбрал себе. И это случилось, секрет, и вернулось. Это какая школа и какая профессия? Я не уроженец города, я уроженец города Гомеля, поэтому это не район. Но я вернулся в школу, там работал. Да, но судьба распорядилась, я попал в великолепный район, Гомельский район, и сделал для себя много открытий. И открытий те, что те учителя, педагоги, которые обучают и наполняют знаниями материал, это дети, они достойно это делают, и дети хотят вернуться. Или это идут по стопам своих родителей в какой-то, будем говорить, колхоз, предприятие промышленное, или это учебное учреждение, или это медицина, здравоохранение. Эти дети возвращаются. И этому подтверждение возьмем ту же самую Брилевскую школу, где фактически все молодые специалисты, это воспитанники и выпускники этой школы. И таких примеров много приводить возможно везде. Взять КСУП Брилева, когда дети идут по стопам непосредственно своих родителей и идут непосредственно на это предприятие. И там работают. Начинают, конечно, с той специальности, которую они выбрали. И если тот педагог, мастер, который за ним закреплен, дал еще дополнительные знания, навыки, умения в этом промышленном аграрном комплексе, с этого человека получается великолепный специалист, и даже руководитель. Поэтому преемственность это есть в районе. И те молодые люди, которые к нам приходят, они знают, что они могут достичь высоких результатов не только будучи там, животноводом, заниматься растениеводством, но стать хорошим руководителем, его могут заметить. И для этого закрепляются непосредственно мастера, рабочие, которые обучают этому искусству, тонкостям, которые человек, будучи на скамье, не знает. Он его постигает только в процессе, когда пришел на это производство. Поэтому есть традиции, есть какие-то клятвы, которые дают. Я бы сказал, семейные традиции. Семейные традиции. Есть в образовании, в здравоохранении, в агропромышленном комплексе у нас есть семейные династии, которые за 100 лет взять в совокупности, это больше 100 лет. Это отец, мать, дедушка, бабушка, внуки, даже правнуки уже приходят. Даже взять ту же самую Брилевскую школу, где целая династия работает. И это великолепно, и поэтому я не вижу здесь проблем как бы в нашем районе, что люди не хотят вернуться, молодые специалисты. Самое главное к нему найти подход, тот изюминку вложить в этого человека душу, и чтобы этот человек остался, полюбил все-таки еще больше свою родину, свой район и свое
профессию, которую он выбрал. То есть, без любви здесь просто ничего невозможно. Делается все для того, чтобы не только хотел вернуться, но не хотел уезжать. И не хотел уезжать. Друзья, это достойно аплодисментов. Впереди у нас еще много знакомств с интересными людьми, которые представляют сегодня Гомельский район в рамках программы «Добрый вечер, Гомель». С ними мы познакомимся буквально через несколько мгновений. Не переключайтесь. Это программа «Добрый вечер, Гомель» на телеканале «Беларусь-4», посвящен наш марафон 80-летию Гомельской области. Ну а в гостях у нас сегодня Гомельский район. Ему аплодисменты. В здоровом теле здоровый дух движения – это жизнь. Про спорт, активный образ жизни сказано очень много. Ну и в спортивном плане в Гомельском районе тоже есть чем гордиться. Ну а подробнее об этом расскажет мой следующий гость, которого я с огромным удовольствием спешу пригласить в эту студию. Директор учреждения «Специализированная детско-юношеская школа Олимпийского резерва Гомельского района» Виктор Павлович Шундиков. Давайте его встречать. Здравствуйте. Проходите, присаживайтесь. Гомельский район спортивный. Какой же он? Я представляю учреждение специализированной детско-юношеской школы Олимпийского резерва Гомельского района. Вот, эта школа может быть уникальна не только в районе, в области, но и в Беларуси. У нас существует разветвленная сеть филиалов, отделений. Вот, поэтому охвачено практически весь район. Вы, как уже говорил Илья Леонидович, мы район, который вокруг города Гомеля. И поэтому пытаемся охватить наш круг нашего района таким образом. Филиалы, открытием филиалов, которые вовлечены в максимальное количество наших детей. Но одно дело занятие физкультуры в школах, другое дело специализированные спортивные занятия в школах, в специализированных школах. Вот, например, как ваша. Расскажите, какие виды спорта сегодня представлены и, ну, если можно так сказать, пользуются наибольшей популярностью у юных жителей Гомельского района? Ну, у нас традиционно сложилось в нашей школе, это давняя традиция, у нас специализация самбо, дзюдо и волейбол девочки. Вот, в этих отделениях работают тренера, которые владеют уже высшей категорией, первой категорией. То есть это наши, практически все наши воспитанники работают, выходцы с нашей школы, и они же являются тренерами. Хотелось бы спросить не только о каких-то профессиональных видах спорта. Ну, например, сейчас вот то, что модно, это здоровый образ жизни, фитнес-клубы, тренажерные залы. Насколько это все, скажем так, доступно, ну, не только жителям каких-то центральных населенных пунктов, но, например, деревни, агрогородки. Всем ли открыт туда доступ? Да, мы, знаете, кроме того, мы имеем спортивные базы, непосредственно вот спортивный комплекс «Новая Гута» и филиалы свои Бобовичи, городок Бобовичи, Мичуринская, Березки, вот где непосредственно Урицкая, где непосредственно спортивные базы присутствуют и тренажерные залы, обустройство тренажерными залами, то есть фитнес по мере возможности свободное время привлекается туда, как бы, как сегодня говорить, говорят, платные услуги оказываем для посещения, вот, оздоровления наших жителей. Что касается укомплектованности и, скажем так, получения той спортивной базы, которая необходима, она одинакова для всех или все-таки жителям крупных населенных пунктов везет немного больше? Где руководители отнеслись к этому бывших этих наших еще постсоветское время? Кто построил спортивный комплекс «Новая Гута»? Он не просто был построен, это давняя история, когда руководитель совхоза «Комитасош», вот, прекрасный человек, который видел перспективу подрастающего поколения и прочее, вот это Муравка Михаил Михайлович стоял у порога этого всего развития нашей
нашей школы открытие. Вот, поэтому и создана прекрасная база спортивная с бассейном, с игровыми залами и прочее. Вот, наряду с этим больших баз, которые уже построены в Мичуринском, в Брилево, это уже как бы после того, как, но они, конечно, поскромнее выглядят, но тем не менее, создаем все, что в районе можно, то открываем везде. Виктор Павлович, есть у меня еще одна информация про вас, которую я должен, просто обязан озвучить сегодня в этой программе. В 2016 году указом президента Республики Беларусь вам присвоено почетное звание «Заслуженный тренер Республики Беларусь». По-моему, это достойно гордых аплодисментов. Я уверен, что под вашим руководством на территории Гомельского района воспитано достаточно большое количество тех спортсменов, тех девчонок, ребят, которые прославляют сегодня на мировом уровне и наш район, и нашу область, и нашу страну. Я думаю, о них стоит рассказать. Да, это значимая часть нашей школы, потому как действительно за период образования школы, вот 1 марта у нас в этом году будет 25-летие образования официальной школы, за этот сравнительно небольшое время в копилку Республики Беларусь внесено более 95 медалей европейского и мирового уровня. Вот. Участник Олимпийских игр Сергей Шундиков, заслуженный мастер спорта. Сегодня здесь в студии у нас присутствует наши... Вот я хотел попросить, давайте познакомим наших зрителей с теми, кто сегодня пришел с вами в спортивную часть нашего эфира. Это ребята с первого плеяды, которые наших воспитанников, которые, являясь Женя на протяжении полтора десятка лет, являлся членом национальной команды Республики Беларусь по самбо. Он же является призер Кубка мира по дзюдо, мастер спорта международного класса, который вот это из тех первой поросли, так сказать, наших воспитанников, потому что это одна плеяда. Сергей Шундиков, вот, и Семочкин, Седой Игорь, Александр Козел. Это первая волна, которая накатила вот на серьезные результаты, которые действительно. За ними стоит сегодня, присутствует Янина Дубинина, это уже молодая поросль, которая уже моих воспитанников, воспитанницы моих воспитанников, будем так говорить. Это Бобовичский филиал, вот, где непосредственно с каждого филиала отделение у нас присутствует, ну, звездочки, как говорят, светят. Поэтому вот сегодня они здесь в студии и могут еще о чем-то себе сказать. Безусловно. Эти аплодисменты вам, ребята. Есть у меня несколько вопросов к вам. Жень, за спортивную карьеру сколько уже удалось посетить стран, континентов, с какими людьми, с какими иностранными спортсменами выходить на бой? Мы не бьемся, мы боремся. Вот, уже первая поправка, спасибо. Да, и как бы счет сраным и соперником никогда не ведется. То же самое, как и заработанные медали. Меня всегда все спрашивают, сколько у тебя медалей. Никогда не вел счет. Почему? Не знаю. Это мы поправим. Может быть, это какая-то... Моя такая примета, я их не считаю. Ну, может быть, дабы не останавливаться. Ну, хотя... Если медалям уже нету счета, может, действительно пора создавать какой-то и спортивный филиал музей. В музее. А он есть у них. Ну, присутствует. Мастер спорта международного класса, трехкратный бронзовый призер чемпионата мира по борьбе самбо, неоднократный серебряный и бронзовый призер чемпионата Европы. Неужели иностранные спортивные продюсеры не предлагали переехать к ним, не переманивали? Не переманивали, нет. Эти аплодисменты вам. Янина, у меня к вам такой вопрос. Обычно девочки выбирают либо пойти в актрисы, либо в модели. Почему такой достаточно суровый вид спорта вы решили выбрать для себя? Ну, у нас открылся спорткомплекс, и именно там больше развивалось дзюдо и самбо. И я как бы пошла в этот вид спорта. Ну, сразу родители не разрешали, ты же девочка, говорили, на танцы. Ну, я как бы это сама выбрала и пошла дальше. Эти аплодисменты вам. На сегодняшний день, ну, в отличие от Жени, вы считаете ваши медали или тоже уже потеряли счет? Нет, как бы мне давно сказали, что это плохой пример. Плохая примета. То есть у вас, у спортсменов тоже есть какие-то свои приметы, вот как у артистов и у всех остальных. Да. Я думаю, что у вас есть еще и спортивные ваши мечты. Уже много вершин покорено. О чем в спортивной карьере еще мечтаете? Ну,
первая, наверное, вершина, которой хочется попасть на Олимпиаду в 2020 году. Вот, будем продуктировать, работать над этим. Я вам открою один большой секрет. Все, что сказано в этой студии, в студии программы «Добрый вечер», оно рано или поздно материализуется. А эти аплодисменты просто подкрепят то, чтобы все ваши мечты исполнились. Возвращаясь немножко назад к нашему разговору, вы упомянули о том, что вашему учреждению, которое вы возглавляете, исполняется четверть века, да. века. Какими результатами, достижениями и развитиями в перспективе подошли к этой достаточно красивой дате? Ну, вот если Женя сказала, что я не считают медали, то мы как бы и тренера, и одновременно руководители ведем статистику этих наград. Поэтому Женя непосредственно завоевана 29 наград европейского и мирового уровня. Если так говорить, Янина уже имеет 7 таких наград с европейского и мирового уровня. Ну, не считая какие-то турниры традиционные и прочие, вот, официальные старты. А вообще всего 95 сегодня наград нашими воспитанниками подготовлен заслуженный мастер спорта, 4 мастера спорта международных класса, более 40 мастеров спорта, вот, более 40 кандидатов в мастера спорта. То есть это тот... Та работа, которая сделана за сравнительно небольшое время. И сегодняшняя перспектива в том, что постоянно рост идет, спортивные награды не залежатся на, и не мы будем ждать их и ждем. Сегодня готовится целая плеяда молодого поколения. То есть спортивные награды ждут своих героев? Да. Мы обязательно сегодня отборочные циклы идут. Вот Новый год начался, вот, поэтому мы заряжены на результаты, естественно. И вот Янина, которая сегодня первые Олимпийские игры, которые европейские в Минске 2019 года, она также является кандидатом. Кстати, она поскромничала, она является стипендиатом президентского спортивного клуба сегодня. Поэтому как бы этот момент тоже очень значимый. А четверть века как собираетесь праздновать? Вы знаете, что у нас за этот небольшой период сложились очень добрые, большие отношения не только постсоветского пространства. Это и наша школа, бывали мы уже, и это Польша, Германия, Франция, вот, не говоря, Арабские Эмираты, мы приглашены были для участия совместных тренировочных. То есть это целое, не говоря уже Украина, там постсоветское пространство, это уже... огромное количество стран и друзей, которыми мы уже поэтому приглашены будут максимальное количество, не говоря уже о Республике Беларусь, о наших областей и нашего района, почетные люди. Ну, то есть непосредственно кто с нами сотрудничает, как, с кем мы вместе делаем общее дело. Ну, программа «Добрый вечер» обещает следить за вашими спортивными результатами и за вашим развитием. Но пока что эти аплодисменты вам. Спасибо. Сегодня у нас в гостях Гомельский район. Это программа «Добрый вечер, Гомель». И я хочу пригласить в нашу студию специалиста отдела образования, спорта и туризма Гомельского райисполкома Василия Дроздова. Ваши аплодисменты. Здравствуйте. Добрый вечер. Присаживайтесь. Туристические маршруты и по нашей стране в целом, и по Гомельскому району в частности, уже начинают завоевывать популярность, но хотелось бы узнать детально и подробнее, что же Гомельский район готов предложить, ну, наверное, даже избалованному туристу. Прежде чем ответить на ваш вопрос, хочу отметить, что в районе сформирована инфраструктура туризма. Руководители понимают значимость оздоровления своих работников и членов их семей и вложили большие средства в строительство домов отдыха, санаторно-курортных учреждений, оздоровительных лагерей. И вот в ответ на ваш вопрос скажу, что имея такую крепкую материальную базу, природный потенциал, у нас развиваются большие виды количества туризма. Это и оздоровительный, конечно же, и лечебный, медицинский, транзитный, агроэкотуризм. Все далеко знают за пределами Республики Беларусь, что у нас есть замечательные санатории Чонки, машиностроители, золотые пески. Мне нравится, как у нас развивается агроэкотуризм. Заявочный признак и минимальная налоговая
отчетность позволяет развивать этот бизнес. Повышается качество обслуживания. Это отмечают не только посетители, но и участники, организаторы всевозможных конкурсов. Так, по итогам 2017 года лучшая агроусадьба Республики Беларусь, которую проводит Белагропромбанк, стала в номинации «Здоровый образ жизни» агроусадьба «Хорошее место» Гомельского района. В республиканском туристическом конкурсе «Познай Беларусь» в номинации «Лучший санаторий» победил, опять же, санаторий «Машиностроитель». Нам есть что показать и есть куда пригласить. Ну вот, смотрите, агроэкотуризм уже достаточно популярное явление в Европе и на других континентах, но и некоторые, многие люди готовы платить огромные деньги для того, чтобы на себе испытать все прелести деревенского быта. Что получит турист в наших агроусадьбах? Можно ли, например, там поколоть дрова, там, вскопать огород? Конечно, субъекты агроэкотуризма понимают, что только проживанием и питанием уже не заманит людей. Они предоставляют всевозможные услуги. Это, опять же, и активный отдых. В том же хорошем месте это вейк-парк, катание на доске по озеру. Это, опять же, минимальный поход в лес за ягодами и грибами. Опять же, поколоть дрова и увидеть настоящую козочку или корову. И все это можно в агроусадьбе Гомельского района. Кто в большей степени, какой турист интересуется этими направлениями? Наши белорусы или все-таки это жители других стран, возможно, континентов? Ну, во-первых, Федерация профсоюзов Беларуси, руководство ведомства понимает важность оздоровления. И, конечно же, что большинство – это все-таки граждане Республики Беларусь. Но с каждым годом растет процент тех, кто верит в наши агроусадьбы, в наши санаторно-курортные учреждения и ежегодно уже приезжают. Цены вдвойне даже… То, что это уже повторные приезды и даже многократные. Вот это очень ценно. То есть люди возвращаются туда, где хорошо. А это Гомельский район. Безусловно, ваши аплодисменты Гомельскому району. Здесь безумно весело, хорошо и во всех отношениях. Но, вы знаете, туристические направления, ну, как и любое направление, которое активно развивается, тоже, я уверен, не стоит на месте. Если брать перспективу года на 3, а то и на 5 вперед, какие маршруты или какие предложения для туристов разработать в будущем, если это, конечно, не секрет? Конечно, не секрет. Вообще, хранителем истории в Гомельском районе – это вот наш музей истории в Поколюбичах. Ими уже на сегодняшний день сформирован туристический маршрут «История Гомельского края». Это автомобильно-пешеходный маршрут на 175 километров. Он пройдет, вы знаете, что Гомельский район, он вокруг города областного центра, и этот маршрут вокруг города Гомеля. То есть этот маршрут хочется отработать от и до, чтобы было что показать и рассказать. Я уверен, что все мечты и мысли, они обязательно должны стать материальными, и мы вместе, возможно, со съемочной группой программы «Добрый вечер» однажды тоже пройдем по этому маршруту. Спасибо вам за этот рассказ, эти аплодисменты вам. Друзья, история Гомельского района богата и самобытна, уходит своими корнями в далекое прошлое. Какие достопримечательности находятся на территории района, об этом и не только, расскажет моя следующая гостья. Обо всем этом и даже чуть больше сразу после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. Я с огромным удовольствием спешу пригласить в эту студию директора государственного учреждения Гомельский историко-краеведческий музей Екатерину Владимировну Воробей. Ваши аплодисменты. Проходите. Здравствуйте. Присаживайтесь. И главного редактора районной газеты «Маяк» Лилию Величко. Лилия, здравствуй. Здравствуйте. Рад видеть. Андрей. Проходи, присаживайся. Так что же хранит в себе земля Гомельского района? Хотелось бы сегодня начать уникальные страницы рассказа о памятниках нашей седой старины с очень интересного факта. Если во главе района стоят уникальные люди, руководители, которые заинтересованы в сохранении истории, а в частности это наш
председатель Гомельского райисполкома Александр Михайлович Ситница. Это председатель районного совета Тамара Ленина Примак. И поэтому вот 8 декабря 2016 года, когда нашему Гомельскому району исполнилось 90 лет, в обращении к своим гражданам, к своим жителям, к подчиненным, глава нашего района сказал, что главное богатство Гомельского района – это наши люди. Мы подчеркиваем это каждый раз. И только такие люди, трудолюбивые, которые заинтересованы в сохранении нашей истории, смогли сохранить наше богатство Гомельского района. По статистике, на территории Гомельского района находится 176 памятников историко-культурного наследия. Ух ты, это что это в это количество входит? Очень большое количество. Но вот самое главное, что 28 из них включены в государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь в 2007 году. Скажите, это замки, это какие-то это старинные постройки? Это памятники археологии, 8 памятников археологии. Среди них 5 городищ раннего Железного века, датируемые 5 веком до нашей эры, 5 веком нашей эры. Это уникальные памятники архитектуры, о которых я сегодня немножко расскажу. Среди них это 4 памятника христианской культуры, это наши церкви. Это памятник, уникальный памятник, вот вы сегодня видите красоту эту всю из природных богатств. Парк в деревне Грабовка, тоже исторический объект республиканского значения, который имеет уникальную историю, там побыть обязательно надо. Это уникальная земля, это природный оазис, который недаром выбрали, наверное, вот предки рода Фащи, потому что парк этот сегодня сохранен, вековые липы там есть, но нет усадьбы, которую строил род Фащи. Парк уникален еще тем, что там можно не только ощутить прилив тепла, доброты и красоты такой, но там еще можно, идя по липовой аллее, аллее любви, можно еще и с грустью вспоминать легенду о пани Ядвисе. То есть это у нас сегодня каждый уголочек Гомельского района – это свидетель такой уникальности какой-то. Вот, как мы уже говорили, что есть в планах создания автомобильно-пешеходного маршрута, и я думаю, что и пройти можно увидеть. Мы еще нам очень много предстоит сделать прежде чем, потому что все начинается с того, чтобы собрать, сохранить и популяризировать. Ну, еще хочу сказать, что очень бережное отношение к истории, памятники истории, потому что среди 15 памятников вот истории, 14 – это братские могилы, воинские захоронения периода Великой Отечественной войны, в частности, 1943 года. Ну и пользуясь тем, что у нас сегодня, Александр, вот рождественские теплые такие вечера, давайте все-таки немножко истории о нашем древнейшем, уникальном храме Свято-Николаевской церкви, расположенной в Старой Белице. Я буквально несколько слов скажу. Я хотела о нем спросить. Спасибо, что затронули сами эту тему. Во-первых, там надо побывать. Это уникальное место. Вот подъезжая к храму, видишь его на перекрестке четырех дорог в центре Старой Белицы. Маленький, уютный храм. История его очень длинная, тяжелая. Там есть и светлые, и темные страницы. Но самый главный, наверное, знаменательный день в истории церкви – это 22 мая 2016 года, когда в день перенесения мощей святого Николая Чудотворца церковь праздновала 300-летний юбилей. Построена она была, по сведениям историков, в 1710 году. Небольшую реконструкцию прошла в 1777 году. В этом же году мы знаем, что Старая Бельца впервые упоминается в 1560 году в документах, но в 1777 году в Белицу был перенесен, Белица стала уездным городом, и администрация города Гомеля была переселена туда. Она принимала уникальных гостей и помнит визит великой русской императрицы Екатерины II в мае 1780 года. Императрица приезжала туда. Среди последняя реконструкция храма значительная была в 1893 году. И практически с этого времени этот объект, ну, с небольшими изменениями сохраняется. Надо отметить печальные страницы такие, нельзя об этом не сказать. В 1917 году храм был практически
не разрушен, а просто духовно разрушен, опустошен. И в 1937 году он уже практически был закрыт. Но благодаря тому, что на нашей земле живут уникальные люди, прихожане, которые верят, ценят историю и христианские свои почитают ценности, благодаря прихожанке Полине Шумовой была спасена храмовая икона Божьей Матери Троеручицы. Есть такая уникальная легенда у них, которую рассказывают и по сегодняшний день, и историки, и в Гомельской епархии она у нас, специалисты обращают на нее внимание. Значит, в период оккупации, когда вывозили в концлагерь детей из деревни Старая Белица и близлежащих деревень, значит, многие из них погибли. И только дети со Старой Белицы все возвратились до одного. Вот приписывают это чудодейственное средство спасению иконы Божьей Матери Троеручицы. Вот объект уникальный, там надо просто побывать. И о нем очень заботятся и прихожане. У нас практически все памятники старины, благодаря вот общему старанию, такой коллективной заботе всех, руководителей предприятий, нашего руководства, райисполкома, очень большое внимание этому уделяется. Музей, в котором собрана вся эта информационная кладезь, где вас найти и как вам попасть? Агрогородок Поколюбичи. Но мы молоденькие еще музеи, учитывая то, что вот все организации работают абсолютно, каждый собирает историю своих предприятий, организаций, значит, у нас есть уже хорошая база. То есть нам надо сейчас только сконцентрироваться и уметь вовремя этот материал скомпоновать. Мы находимся в агрогородке Поколюбичи. И нашему музею всего лишь 5 лет. Вот мы в декабре прошлого года. Эти аплодисменты вашему музею. Но вы знаете, друзья, еще хочу рассказать об одном уникальном явлении. Ну какой же район без своего средства массовой информации? Газета «Маяк», которая с завидной частотой выходит, поступает в руки к своим читателям, уже завоевала любовь и популярность. Сегодня у нас в гостях главный редактор районной газеты «Маяк» Лилия Величко. Лиля, ну рассказывай историю газеты. Сколько же лет уже этому печатному изданию? Мы ровесники области. Нам 80 лет. Правда, области будет в начале года, а нам ровненько в середине. У нас день рождения 10 июля. Угу. Газета вышла. О чем сообщаете, с чем знакомите своих читателей? Практически обо всех людях, вот о которых мы рассказывали, о тех явлениях, о тех уникальных событиях, которые в Гомельском районе, мы обо всем пишем. Буквально все люди, которые были у вас здесь, это наши добрые друзья. И герои наших публикаций. Я смотрю, небольшой архив захватили с собой. Да. Делитесь, показывайте историю, современность. Значит, что сегодня... Когда мы говорили, что у нас день рождения 10 июля 1938 года, мы, правда, тогда были не маяком, мы тогда были сталинским стягом. И вот благодаря тем довоенные публикации наши не сохранились, и мы можем о первом номере судить вот только по такому вот фотоснимку из архива. И сохранили нам для него это архив из Подмосковья. Но в нашей редакции хранится весь наш архив, все газеты, которые выходили, начиная с 1943 года. Да ладно? Да правда. И до сегодняшнего дня. Вот наша подшивочка за 1943 год. Сталинский стяг. Первый Покажите, номер, пожалуйста, эту историю который всем. У нас есть, вот 4 листопада. То есть у нас получается ноябрь месяц, Гомель еще не освобожден, а газета «Маяк», тогда «Сталинский стяг» уже выходит. Дело в том, что мы, как и сейчас, располагались в Новобелице, а Новобелица была освобождена раньше. Так что вот мы уже... Выходили. Правда, была потом маленькая пауза. На нашей базе потом издавалась и «Гомельская правда», и республиканские издания, которые уже переехали после освобождения Минска, и «Маяк» снова уже стал выходить, возобновил издание. Потом он стал «Трибуной хлебороба», и в 1962 году стал «Маяком». Мы самая морская газета, получается, нашей области по названию судя. Ну, не морская, а сторонница каких-то акваторий. У нас все-таки тоже наша... Кстати, по поводу... Вот, когда я пришла как раз работать в Гомельский район, я сразу пришла на юбилей газеты, и мы начали думать, чем удивить... Какую рекламную какую-нибудь компанию такую удивительную сделать. И мы решили со студентами Белгута построить «Маяк из песка». В Чонках. И это была традиция. Потом мы строили Старобелецкий храм к 300-летию, его тоже из песка.
Ну, как бы вот решили популяризировать и себя, и уникальный такой объект. Ну что ж, мне остается от имени наших телезрителей, от всей нашей студии поздравить и «Маяк» с юбилеем газеты, которая вот так получилось, совпала еще с юбилеем области. Аплодисменты «Маяку». В год 80-летия, наверное, уже есть какие-то задумки, планы, которым суждено сбыться. Может, есть те моменты, о которых можно рассказать, приоткрыть какую-то тайну, какой-то занавес? Что ждет район, Гомельский район впереди? Ну, как уже вы познакомились мы сегодня с нашим районом, вы знаете, что тут живут хорошие люди, труженики, любящие свой район. Профессионалы своего дела. Любящие все. Поэтому те открытия, которые будут в 2018 году, я думаю, они должны быть на наших страницах, нашей газеты «Маяк». И мы узнаем об этом. Гомельскому району развития и процветания эти аплодисменты вам, дорогие друзья. Ну, а мне остается добавить, что в завершении завершить сегодняшний добрый вечер хотелось бы на музыкальной волне вашему вниманию. Я хочу представить еще один коллектив, который покорил огромное количество любителей музыки, и сегодня они у нас. Это народный коллектив «Гомонка». Буквально через мгновение они появятся в этой студии. Мне же остается поблагодарить всех за участие и сказать, что завтра будет еще один вечер. Он, безусловно, будет добрым. Спасибо, что были с нами. Это телеканал «Беларусь 4», программа «Добрый вечер». Любим, обнимаем и до встречи.